Двор дома номер один по улице Дачной Вышивки уже не узнать. Старый видавший виды асфальт убрали, уложили новый и прочный асфальтобетон. К тому же расширили парковочные места, теперь жильцам не придется ставить машины где попало. Мы находимся на дворовой территории, расположенной в РП Ишейке по адресу Дачная 1. В настоящее время проводится ремонт дворовой территории, а именно асфальтирование проездов и парковочных площадок для автомашин. Всего в Ульяновском районе 3 двора вошли в новый региональный проект «Мой двор». Рассчитана программа именно на обновление проездов, пешеходных дорожек и заездных карманов. На все про все у подрядчиков не больше 2 недель. По мнению главы региона Алексея Русских, нет причин затягивать сроки. Технологический процесс должен быть выполнен быстро, чтобы не доставлять неудобства жителям. Да, можно. В настоящее время подрядная организация ООО «Стройцентр», работы начаты на всех 3 дворовых территориях. В рамках ремонта предусмотрено отделение в целях безопасности, отделение пешеходной зоны от автомобильной части проезда. Всего в Ульяновской области по программе «Мой двор» обновят асфальтобетонное покрытие на 144 объектах. 66 в Ульяновске, 22 в Димитровграде и 56 в районах. На это направят 565 миллионов рублей. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.